7 сентября в Магаданском музыкальном и драматическом театре имени Горького в рамках блок-тура прошла экскурсия для студентов колледжа искусств и блогеров. Это мероприятие провели для того, чтобы рассказать об истории театра и о том, кто работает здесь и чем вообще занимаются служители театра. Студентов познакомили с заслуженным художником России Юрием Степановичем Руденко. Его знают многие, если не лично, то по знаменитым работам, а именно «Монумент «Время», более известный как «Мамонт», а также памятники Владимиру Высоцкому и Вадиму Козину. Все декорации изготавливаются из дерева, фанеры, пенопласта, картона. И вот деревянную столярную часть мы исполняем здесь, в столярной мастерской. Вот. Все, что выпускается в театре в виде спектаклей, все имеет декорации, которые делаются вот здесь. Вот. Ну, в общем-то, тут хитрости нету. Мы работаем по эскизам художников. Художник, который ставит спектакль, дает нам эскизы, которые заранее уже согласованы с режиссером. Вот. Мы, значит, получаем рабочие чертежи и делаем. Кроме этого, для студентов провели актерский мастер-класс, в ходе которого ребята стали еще больше доверять друг другу, а в конце поделились своими самыми сокровенными желаниями. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, мне 34 года, я хочу заниматься вокалом. Меня зовут Дарья, мне 16 лет, я мечтаю научиться играть на фортепиано. Летом подобные экскурсии сотрудники проводили для детей почти каждый день. Также они проходят не только для школьников, но и для взрослых людей. Записаться на экскурсию можно на сайте Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Oh,